Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня на китайке архи, интересная архи, который бьет по зоне, вызывает приспешника, имеет иммунитет и ускоряется. Вот такой вот архи, если я не ошибаюсь. Так, по-моему, он отражалки не имеет, но это опять же, это не точно. Такс, будем пробовать. Вот такой вот состав, только плюс космо. Так, космо этот, и вместо химки возьмем ведьму. Я их не прокачал на 20, завтра я специально прокачаю, чтобы посмотреть разницу. Качнем 20 прорывы, чтобы увидеть разницу. Но я думаю, в принципе, на так, а кого я хотел еще? Стрелка. Вот такой вот состав. Сейчас пораставляем питомцев. Тестировал я на русском сервере такой состав, только немножко на другом архе, и в принципе ничего, скажем так, сверхъестественного не было. Был тоже урон в районе 5 и 1. Так, пробуем. Тут укротитель собран, дальше космо. Та же самая картина. Собран. Стрелок. Есть. Ведьма. Шара, в принципе, не спасет. Так. Там у меня бравлера нету. Так, стрелок готов, тыковка. Сюда мы поставим воодушевление, оно нам сэкономит несколько секунд. Разгона. Так, исцеление. Так, сюда, значит, ставим восьмерочку. И огник. Только единственное, здесь мы сделаем вот так вот. Отлично. Итак, не рулить я не буду. Поехали. Тест номер один. Вот такой вот состав. Кидаем сразу всех. Все, космо включился. Поехали. Как видите, 500 мы выбиваем, то есть максималка. По-моему, он не с отражением, но если с отражением, то так уж и будет, сольемся. Пока вроде все нормально идет. Да, до 5 мы не знаю, с космо или дотянем. Хотя, в принципе, может и дотянем. Посмотрим, как дальше разгон пойдет. 17 секунд. Самое главное, чтобы он не включался. Так, второй у нас 1.38. О, ничего себе тыковка, эй! Вы чё? Ай, блин, я отхила не поставил. Вот это да. Называется, пошел, отхил-то не поставил. Вот тоже.
Как это я так пошел? Мне странно, не добиваем. Наверное, сейчас и тыковку у нас еще сливанут. Надеемся, что не ливанут. 4,5 у нас получается, да? Хорошо, если мы сейчас уберем, попробуем огника и поставим. Или стрелка взять, убрать. Где не хватает немножко. Получается секунд 15. Где-то нам не хватает. Надо будет попробовать подкачать прорывы все-таки на максималку. Так, какой еще вариант есть у нас? Да, у нас не хватает ровно половины. 4,5 получается. Так, хорошо. Тут топы с тридцатками бьют. Мы пока не прокачаны под тридцатку. Какой у нас есть вариант? Да, варианта, в принципе, у нас там особо и никакого. Давайте попробуем. Вместо огника мы уберем, вряд ли мы затащим без огника. Вот ради интереса уберу стрелка, поставлю химку. Хочется мне еще химку тестануть. Как раньше, когда-то мы трешивали без стрелка. Так, тут тоже мы на максимум прокачаем. Так, отхил немножко есть, пермах. Со стрелка убираем. Просто чисто ради теста. Интересно. Так, вроде все, поехали. Тот же самый вариант. Там сразу вон затянулся, хотя нет, вроде нормально пошло. Смотрим. Было 1.16.17 где-то, точнее 2.17 и 1.37.38. Первый, второй. Сейчас посмотрим, что у нас сейчас будет. Тут, как видите, усилялка получше идет, но по времени, хотя то же самое, где-то плюс-минус. О, Космо, ты чё? Видите, как Космо не включился. Не включился Космо и жесть. Да, по времени. Хотя где-то плюс-минус одинаково идем. Ой-ой-ой, химка, что такое? Что-то вообще печаль. Со стрелком было получше, да? Космо не справляется. Да, где-то получается один в один. То есть, что мы можем сделать? Какой вывод? Что стрелок?
что Химка. Химка дает своим уроном. Единственное, на 20-м прорыве мы сможем еще потестить такой же вариант, то увидим, кто больше набьет уже. Но где-то плюс-минус мы набиваем этими героями одинаково. То, что там есть орнитоптеры, это еще ничего не означает, если у вас нету там прокачек. Да, видите? И результат, в принципе, возможно, даже и больше набьем. Это будет, конечно, интересно. Но вот на 20-х прорывах будет еще интереснее посмотреть на это все. Ну, у нас 12-е скиллы, я еще не качал дальше. То, в принципе, разница там будет. Вот, плюс 115 получилось, вот так вот. Хорошо. Все, пишите комменты, что вы думаете. Прокачаю уже прорывы и завтра, думаю, протестируем дальше. Всем удачи, всем пока.